Приветствую, меня зовут Крошня Алексей. Сегодня была попытка установки рекорда по толканию тягача одним большим пальцем. Мы сейчас находимся на заводе «Бонум» в Новочеркасске. Мы нашли именно эту площадку, подходящую для исполнения рекорда. Постоянно себя испытываю на прочность. Я подал заявку в Книгу рекордов России на мировой рекорд. Я сделал все по регламенту. Надеюсь, что все одобрят и рекорд будет зафиксирован. В подготовке сложностей в принципе не было. Сложность была в самом исполнении данного рекорда. В общем, история такая. Здесь поверхность скользкая и есть стыки. И когда я толкал, было большое сопротивление, когда колесо переходило к этому стыку. При этом в обуви вообще сцепления не было. Пришлось снять обувь и пробовать босиком. Было две попытки. Одной рукой левой я толкнул на 6 с копейками за 35 секунд. И вторая попытка правой рукой толкнул на 5 метров за 39 секунд. Я, конечно, ожидал, что толкну больше, но в данный момент 5-6 метров достаточно. Сегодня у нас большая команда, помогали ребята с Бонума. Большое спасибо, самое главное, за организацию заводу Бонум, за предоставление техники и места, где мы это все делали. Дальнейшие планы, также установка рекорда с прицепом. Поэтому будем готовиться. Если мы найдем площадку более-менее подходящую, я могу толкнуть и больше, конечно.